Татарстане сегодня зарегистрировано 44 новых случая COVID-19. 42 из них контактные. Больше всего заболевших вновь в Казани. Это 33 человека. Пост руководителя исполкома Казани займет Рустем Гафаров. Ранее он работал первым заместителем руководителя исполкома и курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты. Российский космонавт, уроженец Бугульмы Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции. Сергей Рыжиков получил ключ от МКС от астронавта НАСА накануне. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Көтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынлы ру сайтында қорап болады.